Когда страшный злой медведь просыпается, он хочет есть. А что больше всего любит есть страшный злой медведь? Маленьких мышек сырых. Так ему вкуснее всего живьем. А вы уверены, что он злой? Это Селестина. А это ее мир. Он под землей. Селестине там одиноко. А это Эрнест. Это его жизнь наверху. Его там никто не любит. Они живут во враждующих мирах. Улетайся оттуда! Но сегодня все неожиданно изменится. А как тебя зовут? Эрнест. А меня Селестина. Эрнест? Ты его сюда притащила? Что плохого она сделала? Она притащила к нам страшного злого медведя! От лица полиции официально заявляю, мы не успокоимся, пока не... Не волнуйся, Селестин, они нас никогда не найдут. Та-дам! Медведь и мышь, так нельзя! Мыши живут внизу, а медведи наверху, и все? Ну да, так всегда было. Селестина, бежим домой скорее! Эрнест и Селестина с 28 марта в кино.